Вот, и что надо. Ну, прочитай письмо, там что пишут. Я прочитал. Да? Да. Вот, еще прочитай. Давайте еще раз прочитаю. Ага, прочитай. Уважаемая Клавдия Семеновна, примите искренние поздравления с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь – это любовь к родине, сопричастность к ее судьбе, является достойным примером для молодежи и для всех нас. Дай. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Я вот только желаю, я всю жизнь, вот знаете, я для себя столько ничего не делал, сколько для людей. У меня все, вот думаю, да ладно, дом-то ладно, где тут, где что, это ладно. А вот там-то надо сделать, и я все старалась, чтобы для людей, где не очень хорошо, сделать. Что было по силу, сама делала, что не было, я привлекала там людей, которые могут, и их привлекала, чтобы помогли сделать, дай Бог, и им доброе здоровье. Ее до сих пор вспоминают коллеги, что очень была требовательной, относилась к работе очень трепетно, добросовестно. И даже сейчас я случайно иду выносить мусор. А после того, как окошки ставили, мусора много было. Иду, и одна женщина говорит, да это у Клавдии, она в санэпидстанции работала. Ох, нас и гоняла, ох и гоняла. Не давала ни соринки, ни мусоринки, чтобы не было там где-то. А я-то слышу, а они-то не знают, что я сын. Но я знаю, что речь-то о ней идет. Да, да. То есть невольным слушателем оказался. Вот такая требовательная женщина. А вы до скольки лет работали, Клавдия Семеновна? Я работал, у меня уже около 70 лет было. До 70 лет? Да. Молодец, молодец. Это 15 лет на пенсию. И знаете, я и когда еще ушла, а ко мне и приходили, и я сама ходила тоже. Вот у меня не было у меня вот, чтобы, ой, что-то вот там вижу, чтобы не сделано было, я не могу, я уже иду там побыть, чтобы сделалось. Это вот. Рашида Ахмед Галиевна тоже с вами работала? Я работала год. Да. Это ваша ученица? Да, вот, я помню. Она может и сказать, это было так или нет. Это мы... Да, вообще, я уже рассказываю, где-то год говорю, я попалась как раз на работу, приехала после училища. С ней я работала год. Да. Она вообще помогала, все объясняла, все помогала. Я очень хорошая. С людьми она очень хорошая.